Будем смотреть, друзья. Чижей. Два самца и одна самочка. Один самец прям бородатый, такая борода широкая. Это я рядом клеточку. А это я рядом клетку помыл, чтобы чистая для птиц была. Давайте смотреть. Первую самочку и отпустим ее сразу. Самка чижиха. Летают они прям как воробьи. Кто-то мне писал в комментариях, что чечетки так летают у них во дворе, как воробьи. Вот у нас так чижи летают, как воробьи. Сейчас посмотрим чижика самца. У этого небольшая бородка. Вот этот чиж красавчик, конечно, красавчик. Такие редко прилетают. Супер чиж. Какой он бородатый. Она у него как-то бородка в сторону еще отходит. Такая больше сантиметра вниз. Наверное, старый чиж. Видите, как последние 5-6 лет такие красивые чижи не прилетали, бородатые. Вот чижика ставлю. У него, видите, прямо аж бородка такая. Красавчик. Наверное, сантиметр на сантиметр. Мне нравятся бородатые такие. У него даже вот отсюда сбоку еще бородка растет. Красивый, конечно, друзья, чиж. Чиж красавчик, друзья. Поэтому я большинство птиц отпускаю, чтобы вот такого красавчика оставить. Продолжаем, друзья, видео охота. У нас дождь начинается. Чижиху отпускаю. Пока сильного дождя нету. Все, полетела. И убираю птиц. Четыре хлопушки, все закрыты. Будем смотреть, тут две самки и два самца. Чечеток не видно, пока не прилетает. Thank you.
Oh.